Вау, кабанчик. Паша, не выпади. Very good job, Андрюха, very good job. Ничего! Пустить его надо, На всех, да, сегодня был? О, oh, есть! Yes. Так.
Беленькая. Налим, да? Налим? Да. Налимчики. Эти трошки почистили. Трохи забрали на уху. Я думаю, первый день удался, а? Руся, принеси мені водички. Ну що, сколько время уже? 6:06. Опа. Руся! Выкинул. Он тебя послушался. Я забыл нажимать это. Вау! Так рыбалка окончена. Закончили рыбалочку, хорошо отловили. Недолго. Недолго, где-то часик мы, да? Да, меньше даже. Меньше даже, да? Ну расскажи нам. Значит, мы вышли на него ночью. Сидели в засаде. Камыш расступился, и тут был виден карп. Он и тут у нас троих порвал. Ты какой здоровый. Бурбон? Бурбон ты здоровый. Малыш! Куда же за ним? Андрюха, ну выглянь сюда хоть. Very good job. Братья, подойди сюда. Вот она банька. Вот они банщики. Це буде Україна, Паша. Как рыбалка? Удачно. Мне не дали половить. Ну что, поймала мы немножко рыбы. Это еще не вся, да? Еще две вот этих морозилочки. Полных. Ну, рыбалка удалась, да, Влад?
Андрюха с Димой, как всегда, на высоте. Кем пройшов успішно рибалка, ще луч зловили, скільки там ми? По 15 білої кожному, то як мінімум 500? Десь біля 500. От Саша нас підсчитував, каже 500 білої, 150 форель. Хорошенькі форель. Слава Богу. Раз, то не благословені.